Университет долгие годы является кузницей кадров для ведущих компаний Татарстана, и мы гордимся этим взаиморазвивающим партнерством. Высшая школа бизнеса является структурным подразделением нашего университета, которое осуществляет эффективное взаимодействие бизнеса и образования. Университет высоко оценивает результаты деятельности нашей школы бизнеса. С момента основания в 2000 году школа стала одним из лидеров российского бизнес-образования. Высшая школа бизнеса КФУ – это та площадка, которая сегодня адекватно отвечает высоким требованиям и вызовам времени, готовит эффективных управленцев для различных индустрий, системы государственного управления и социальной сферы Республики Татарстан, других регионов России, а также иностранных партнеров. Высшая школа бизнеса Казанского университета существует с 2000 года. Ее выпускники – менеджеры нового поколения, обладающие навыками эффективного управления бизнесом и адаптированные к современным условиям. В этом году свое обучение завершили более 60 слушателей программы. На самом деле я очень давно хотела попасть на этот курс, на MBA, стала анализировать рейтинги всех школ Российской Федерации, так я живу в Чебоксарах, я предположила, что может быть выбрать либо Нижний Новгород, либо Казань, затем поняла, что по рейтингам город Казань лидирует на третьем месте и выбрала этот вуз. Для меня была очень полезна финансовая составляющая, учет финансов, управленческий учет. Знания по экономике, так как мне этого сильно не хватало. В этом году также выпустили слушатели программы «Менеджмент в культуре». Это направление было запущено 2 года назад. Рассчитано оно на подготовку специалистов, владеющих практикой принятия управленческих решений в сфере культуры и искусства и ориентированных на освоение бизнес-аспектов системы культуры. Мы обучались в течение 2 лет, и очень важно, что обучение только проводилось в онлайн после пандемии. Очень рада и благодарна Министерству культуры Республики Татарстан за то, что вы запустили такой курс и то, что дали возможность обучаться именно с коллегами, с теми людьми, которые мне родны по духу и по восприятию жизни. Ориентация на потребности рынка, повышение прибыли и открытие новых направлений. На эти аспекты направлено обучение в Высшей школе бизнеса. За время существования образовательной программы ее окончили свыше 1000 представителей из разных регионов России и 6 государств. Маргарита Михайлова, Универньюз.